Сейчас у нас в городе золотая осень. Как-то я сделал один ролик о набережной, в каком состоянии у нас дорожка. И я решил еще один ролик сделать по улице Гагарина. Здесь в центре между двух стоматологических поликлиник. Это детская стоматология, это взрослая. Давайте пойдем, я вам покажу, как мы вообще тут ходим. Дело в том, что асфальта в городе совершенно нету, особенно пешеходный. Вот вы видите, стоит маршрутка парканская. Вот смотрите, как тут можно пройти. Идемте дальше. Вот мы вот таким вот макаром ходим буквально каждый день. Дело в том, что осень очень красивая в городе. Я не могу на нее налюбоваться, но ходить по такой дороге буквально невозможно. А вот здесь, вот угол улицы Калинина и Гагарина, находится налоговая инспекция в городе на третьем этаже. А на втором, вернее, а на третьем этаже у нас в городе находится собес. Пойдемте дальше. Как вы так представляли, я очень много говорю, где что находится, потому что многие не были в городе у нас, и может быть, ну, немножечко путаются. Кстати говоря, вот видите, стоят маршрутки прямо здесь на оптовом рынке. Это парканы. Ну вот дорога. Вот она. Асфальт, конечно, нужно менять. Вот я вот так вот прошел не быстрым шагом. Вот. В том состоянии, в котором есть город, я вам его показываю. И буду всегда показывать. Ну, здесь у нас поставили новый магазин. Там продают все для дома. Школу эту, которую должны были сдать еще лет 20 или 30 назад, скоро будут юристы и налоговая. Это все туда перенесут. Оптовый рынок, он полностью весь закрыт, потому что, ну, может, из 100 бутиков работают 10. Ну, все, в принципе. Кусочки вам показал наших разбитых дорог. До свидания.